совершаем перелет Москва, Новая Зеландия. И эмблема нашего перелета, вот видите, из Москвы в Новую Зеландию и обратно. Почему была такая выбрана эмблема? Ну, если вы помните фильм «Властелин колец», то там тоже хоббиты путешествовали. Вот мы тоже четыре хоббита путешествуем на двух железных наших орлах. Выше экватора мы уже все облетели, северную полушарие нашей Земли. В прошлом году именно этот борт совершил Around the World, кругосветку. Мы облетели вокруг земного шарика за 43 дня, прошли 38 тысяч километров. Нынешний перелет, он немножко длиннее, он запланирован 60 тысяч километров и на 2 уже месяца. Мы пролетели порядка 7 тысяч километров, из Москвы до Сахалина дошли за 4,5 дня, поставили такой своеобразный личный рекорд. По воздушным особенностям никаких, потому что единый воздушный кодекс, а природа нас породила. Очень красивая природа у вас. Мы под большим впечатлением от вашего края. Да. Встречали тепло в Тюмени, в Красноярске, в Иркутске и теперь на Сахалине. Вертолет Robinson R66, последняя модель компании, крайняя модель компании, которая сильно отличается от Robinson 44, который все привыкли наверняка уже видеть. Основное отличие, оно кроется вот, собственно, в сердце вертолета. Это двигатель Rolls-Royce, который маленький, компактный, мощный при этом, занимает мало места, мало весит. Это позволяет, собственно, полезную нагрузку использовать, превращать ее именно в полезную. Значит, отличительная особенность – это вид топлива, керосин, который доступен практически на любом аэродроме нашей страны, в отличие от авиационного бензина. Что, собственно, позволяет быть более мобильным? Грузоподъемность вертолета, его вместительность и летные характеристики позволяют совершать более дальние маршруты без дозаправок, без дополнительного обслуживания. Собственно, поэтому мы на этих вертолетах и путешествуем. Значит, без посадок на сегодняшний день с дополнительными баками мы можем находиться гарантированно 6 часов в воздухе. Этого хватает для того, чтобы уверенно преодолевать 1000 с лишним километров без посадок.